Эх ты, Любчик мой, сейчас поправим тебе здоровье, все будет нормально. Ох ты что, оператор, ты что, уже снимаешь? Да. Вот ты угорела, елки-палки. Ты хоть когда-нибудь вынимаешь, не? Это тебя надо спросить. Ха-ха-ха. Друзья, всем привет, с вами я Склипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Да ты шо, шо? Как это? Мы в гостях у сказки и у доктора. Угу. Катенька. Что, Сереженька, ты хоть бы помыл его перед тем, как ехать в такое приличное место? Да я его помыл, ёшкин кот. Мы так долго собирались, как это, мы приехали не по простому поводу, ага, а по нормальному, ёлки-палки. Так долго собирались, что он уже опять запачкался. Ну тут его сейчас там и полечат. Приехали на диагностику, тем более я ждал и наконец-то дождался. Ребята, чего я вам желаю, пусть все мечты сбываются. Короче, сегодня с нами, ага, оставайтесь на канале. Прикоснемся к легенде, не знаю, там, к мечте. Может, кому-то первый Lexus в жизни, а кому-то, может, и второй. Короче, случилось, Катенька. Появился электрический полностью Lexus, электричка. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Короче, без бензина, а? Я в шоке. Идем, потрогаем, а? Ты шо? Тут куда ни плюнь, везде Lexus, елки. А там какие напидоренные. Ты шо? Смотри, ну шо, это несчастье? Не знаю, чей, наверное, чей-то по-любому. Ты шо? Ой. Это гибрид. Помнишь, мы тогда ездили? На таком? То был гибрид. Ну, на таком, только на белом. Угу. Ага. Который рычит на чужих и мурчит на своих. Свет озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Бред, полночный бред. Терзает сердце мне опять. О, милый Lexus. Я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. Я сострадание за любовь готов отдать или принять. О, милый Lexus, я мечтаю о тебе и днем, и ночью, наяву и даже во сне. Ну как не петь такой петь? Что-то там, по-моему, случилось с горлом. Кать, да я тебе открою секрет, у меня не было никогда. Я ж не певец, душа поет, ребята, чего я вам желаю. Плачет. Ты шо? А чего ему плакать? Не когда знаю. Такая радость? Разве что от радости? Что ты куда-то рэпаешься? Забыла что-нибудь оставить? Нет, я думала. Я закрыл, не переживай. А, здесь вход. Идем. Не забудь, он как это? Хочешь на метле заехать? Да ты шо, Катюша? Я не знаю, елки-палки. Идем. Трусится? Только не кричи, чтобы не подумали, что ты того сего. Все-таки в уважаемое место пришли. Сайонара, Буэнос-Айрес. Ёшкин кот. А куда? Не сразу. Знаю, куда не здравствуйте, ЕБВГД, здрасте. Чтобы вы были здоровы. А где? Его величество, этот самурай Никита. А, тихо, он там что-то стоит, делает, не мешай. Ребята, здрасте. Здравствуйте. Я вам не мешаю, что вы там, как это? Тоже песни поете? Здоровенький был, Никита. Эх ты, салют, Риденьки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. И шо? Как дела? Как жить можно? Нормально все? Привезли мы, короче, нашего хулигана. Грязно немножечко, но ничего, я протру его там перед этим. Да я же хочу посмотреть, ты же мне говорил, что вот этот вот полностью электрический есть. Да, вот он представлен. Какой? Вот тот белый? Опять белый? Катя. Причем, что он есть и на тест-драйве. И есть и на тест-драйве? Да ладно, ты что, опять что-то подписывать надо? Ты что, а с того раза не канает то, что я там подписывал? Нет, а мы же подписывали. Катюня, я понял. Вот это да. Слушай, я аж согрелся, мне аж волнительно. Никогда такого, еще вот такого не... Эх ты, в Японии хоть есть такой? В Японии уже есть даже спортивная версия. Да ты что? Больше батареи в тюнинге. Сереж, ты как космический корабль осматриваешь. По курсовой разнице очень хорошая сегодняшняя. Ты такой красивый, я даже не знаю, кто красивее, Lexus или этот. И что, у него тут багажник, нет двигателя? Нет двигателя. Двигатель, да? Катенька. Вот это прелесть. Да ты что, а раздеваться надо? Ноги вытирать точно. Да я же, я одел самую красивую тельняшку, чистую. Подтяжки те, что были, короче, и вот это да. Катюня, ты поддержишь? Кого? Ребята. Да бросай на пол. Слышишь? А тут же чисто. Давай. Чтоб мечты сбывались. Ёлки ты палки. Первый раз в жизни. Точнее, не первый раз, но в электричку первый. Ё-моё.
Да, его не переделано, это отдельная модель, которая именно разрабатывалась как электрическая. А это именно чисто 100%? Да, то есть это недоработанный автомобиль, это именно разработанный с нуля. С нуля. Первый на рынок вышел так называемый электрический Lexus UX, но он был сделан с классического, с автомобиля гибридного. Ага. Так, я ставлю ключик без педали тормоза. Мы, в принципе, можем его запустить, нажимаете педальку тормоза. Ага, я понял. Ты смотри, не перепутай опять ничего, куда-то Сережа. Я поехал. Катя, ты мне скажешь, когда тормоз отпускать. Все, это... вы уже можете отпускать. А, уже могу, и мы не поедем никуда? Ты шо, ты смотрите шо? Смотрите на магию. Куда смотреть? Магия? Обалдеть, ты это... Катя, ты шо, люк куда-то девается? Смотри, хлобысь и прозрачный. Ого, так у него вся крыша люк. Катюня, обалдеть, ты шо? Прикоснуться к мечте. Ой-ой-ой. Слышишь, я не знаю, каким вы кремом мажете руль, но то, что я мажу Кате ноги, на совсем деле, не то. Это искусственная кожа Тахара, которая выращена синтетически. Она от 9 до 12 циклов прочнее, чем обычно. Но по ощущениям вы чувствуете, она... Да, это просто что-то прелесть какая-то. Да, и при этом она не боится воздействия и прочего. Кстати, Екатерин, попрошу зафиксировать. Катюня? У нас батарея заряжена на 100%, там, на 97. Ага. 388 километров запас хода. Если мы включаем климат, это ориентир 320-270, но при этом мы ни в чем себе не отказываем. Можете аккуратненько потрогать рулевую колонку. Здесь инфракрасный нагреватель. Вы сейчас будете ехать на тест-драйве, вы почувствуете, как они коленки греют. То есть вы климат можете выставить на комфортных своих там 20-19 градусов, а климат-консьерж, который, ну, так называемый, подогрев рулевого колеса, сидений, он уже... Да ты что, будет... это же я тебе чего хочу сказать, она стесняется, а я скажу, я простой парень. Я не стала перебивать. Мы приехали с этими морозами, у нас мы замерзли. Я не знаю, что у нас там. Может, мы не умеем печкой пользоваться, я не знаю. Нам холодно в машине, я не знаю. Ну, короче, ну вы-то точно разберетесь. Может, мы неправильно на самом деле куда-то нажимаем. Ну, включаем, ставим температуру. У меня здесь тепло, у нее холодно, и у обоих, у обеих. Короче, все четыре ноги у нас замерзают. А если еще и дети с нами, то они говорят, папа, дай мы пешком пойдем. Елки-палки, инфракрасный консьерж. Вот до чего уровень дошел. А это что такое? Это отпечаток глаза сюда смотреть? Нет, здесь находятся камеры, которые следят за вашими глазами и положением вообще тела. При этом автомобиль вам напоминает, что вы невнимательны, либо же вы устали. Он следит полностью за вами. Ничего себе. Как вы себя ведете. И при этом индикация на основной дисплей показывается вам. Вы отвлекаетесь, либо же вам нужно остановиться попить кофе. А и если все. Засыпаешь, это да, тоже камера. Реагирует? Если засыпаешь, она, причем, что только вы начнете делать кивки, еще не проваливаясь в сон, она заприметит. Дело в том, что она данные берет с камер и еще усилие нажатия... как ты трогаешь руль, да? Что ползут руки. Она когда видит, что вы на один и тот же... Она складывает алгоритм движений ваших от начала поездки и оценивает там... Ну, допустим, каждых 10 километров или каждый километр она делает оценку этого алгоритма. Если она видит, что ваши движения стали более медленные, либо же, давайте на сленге скажем, мы начинаем подвисать. Ага, давай на моем, она, короче, тебе скажет, слышишь, Липованчик, не балуй, открой глаза и возьмись за руль. О, вот так вот ты опять раз, и все, и ты едешь. О, я что-то там вижу, это только я вижу или это ты тоже видишь? Вы видите, пассажиры не видят. И а человек, что это? А вот что-то видишь? Что? Да вот на стекле что-то прозрачное, вот оно. Да, это проекция. Проекция дороги. А-а-а. Ты поняла? А с той стороны нет. Подожди, а я тоже не вижу. Здесь самая главная вижу. Магия, подведите ближе. Ага. Да, у нас же вот эти кнопки сенсорные. Угу. Но вам, чтобы не отвлекаться от дорожного покрытия и вообще дороги, наведите сначала на дисплей. И смотрите, я выбираю какую-то функцию. Выше, чтобы мы не На дисплей вот этот вот на окне, да? Видите, у меня меняется... Вот. Полностью все, что надо. Да, и мы выбираем. Ты поняла? Это чтобы ты не смотрела на руль, а продолжала смотреть на дорогу, но видишь то, что ты делаешь на руле. А ну выключи, Сережа, мне жарко, когда я разденусь. Давай. Ребята, вот специально для вас, чисто из салона Lexus, короче, все хотели увидеть оператора, сейчас вы ее увидите. Катюня, ты стой там, ты ничего не знаешь. Вот просто стоять тут? Да, как она открывается? Здесь я настолько... ставите локоточек и одновременно нажимаете и толкаете. На кнопку большим пальцем. Туда, да? Да. А,
Все, теперь понял. Здесь камера из 360. Смотри. Куда? Да давай на экран мы все-таки людям показываем. У нас полностью. Ты видишь колеса где? Угу. Вон ты там стоял, если не ошибаюсь. Или нет? Вот она ты, вон, ребята, смотрите, оператор, елки-палки, ты что? А ноги у тебя, что зашла? Катюша, вот она ты. Ну, то есть, по сути, когда у нас нет времени обойти автомобиль, то, о чем нам говорят в автошколе, да, обойти, посмотреть транспорт. Убедиться, да, что там было все нормально. У нас уже есть помощник. И при этом у нас еще для парковки есть функции параллельной и перпендикулярной парковки автоматической. Мы нажимаем кнопку, автомобиль оценивает, что находится вокруг, подсказывает, когда вам нужно остановиться, убрать руки с рулевого колеса. И он сам тебя запаркует куда надо? Да. Катя, все, берем, это то, что тебе надо. Я в шоке, ты понимаешь? Это то, она у меня не умеет проехать вот так вот и жопой нырнуть, короче, ну ничего. За тебя все научились делать. А зачем делать? Не уметь, если ты умеешь жопой вот так вот раз, нырнуть, и все слушай, нормально? Ну, хорошо, когда вдвоем жопами умеешь, елки-палки. Просто бомба, блин. А что мне надо, скажи, что делать? Ой-ой-ой, поехали на тест-драйве покатаемся. Вот это космос. Не, ну люк, какие молодцы, слушай. Сэкономили на вот этом всем. Дело не сэкономили, дело в... Знаете, есть поєднання непоєднувального. У японцев одна из философий. Это когда придание... Этот автомобиль, он находится в классах вот по правую руку от нас. NX и RX. Этот автомобиль занимает нишу между ними. Но по комфорту в салоне он равносилен с RX за счет того, что у нас с вами есть панорама. За счет того, что у нас батарея находится под ногами, более ровный пол. То есть мы с вами сидим в полноценном семейном кроссовере. Вот, но электричество. Обалдеть, задний ряд сзади вы сейчас большой, пишете? Огромный. Вот мы с вами сидим достаточно комфортно. На заднем ряду. Ты видишь, как я учусь быстренько? Я уже научился открывать эту машину. Чпунь. Откроешь окошечко? Окошечко? Да. Не открою, Катюша, потому что я его надо завести сначала. Ну хорошо, давай, заходи. Или включить. Да, смотри, вот так вот. Ёшкин кот. Ты что? Я за собой сижу. То есть у вас еще ориентировочно... У меня есть место. Плюс он отъехал, когда мы машину заглушили. Да, да. Странно даже звучит, что мы машину заглушили. Да, у меня рост 188. Вот, у меня коленки... И полный порядок. Так она ж туда еще подъедет? Конечно. Да ты что, Кать? Ай-яй-яй. Все, поехали, покатаемся. Может... 150 ватт, 220. А, сразу можно с собой кипятильник брать? Катюня, плойку можешь с собой брать, ты видишь? Дайсон, Сергей. Дайсон, пылесос, ёшкин ты кот. Да ты что? Там розетка? Да все, USB-зарядочки, полная розетка 220. 220. Фен можно взять, да? Да что угодно, и чайник можно взять, Катюша. Вот все куда засовывается. Какой же он изящный, Катюша, покажи это все. Ё-моё, ё-моё. Любчик, да я, слышишь, я в таком готов в багажнике время проводить. Ты что, да я не одет для него. Вот это да, шикардос. Сумочка сразу с проводами, с зарядочкой. Это зарядка, которая классическая розетка. Подъехал на любую заправку себе, тык-мык. А сколько он заряжается? Заряжается, смотрите, есть... Если я не ошибаюсь, ТОК, это сеть заправочных станций, они находятся, давайте сейчас без рекламы, на некоторых заправочных станциях. Вот, 45 минут, час. Вот. Слушайте, есть одна хитрость в этих зарядках, когда производитель регламентирует именно одно подключение, либо же она выходит на две розетки, подъезжает два автомобиля, она тогда ток делит напополам. Тогда вместо 45 минут будет 90. Понятно, удваивается. В этот момент уже в процессе эксплуатации вы привыкаете для себя какие-то новые знания. Вот. А если зарядки, которые у нас, они 22 киловатта, автомобиль принимает 11 киловатт в час от этой батарейки, вернее, от этой зарядки, это где-то 6,5 часов. То есть у нас на территории. От классической розетки дома, если от 0 до 100, это 32-36 часов. Короче, вечером приехал, всунул, утром высунул и опять в дорогу. Но здесь есть одна хитрость, о которой я не сказал. То, что мы снимали на показания на одометре,
Угу. Наши японские коллеги сделали как? У автомобиля обычно, если 0 километров, это 5 километров, 3, и все, автомобиль останавливается, либо же останавливается сразу. Здесь, как у обычного автомобиля, когда высветилась лампочка, у нас есть возможность от 40 до 80 километров, в зависимости от дорожных условий, добраться к станции. Запас хода. Какие молодцы. О, слышишь, так я думал, у него спойлеры — это клыки. Дело в том, что очень много автопроизводителей об этом почему-то не рассказывают. На самом деле это аэродинамические, давайте на сленге скажем, штуки. Угу. Да. Или будет правильно сказать элементы. Это элементы. Снятие статики. Мы же с вами видели самолет, его крылышко. Да, 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 да. Ответвление. И это для того, чтобы на скорости не было завихрений, снимать статику, грязь и прочие вещи. Эти сделанные элементы. Достаточно? Да, на крыльях выступы, это все имеет в задней стороне. Имеет место быть, да. Все эти выступы сделаны не просто автомобиль, так. Когда производится, первым делом делается глиняная его версия. Угу. Вот, затем оттачивают все линии, и только после этого появляются первые прототипы. То есть сначала у нас инженеры с маркетологами вступают, то есть автомобиль должен и выглядеть правильно, и при этом максимально аэродинамическим всем характеристикам соответствует. И коэффициенты сопротивления. Короче, что тут говорить, японцы не в Африке, японцы. Молодцы. Сайонара. Или как там? Котёня, слышишь? Что? А я только что увидел, ёлки-палки. А как же ему мыть заднее стекло? Дворника нет, вообще отсутствует. А, может здесь настолько аэродинамика, что оно даже и не надо? Что даже и не пачкается? Слышишь, ну японцы, конечно, лучшие, что тут скажешь. Ё-ма-ё. О, а вон стоит на улице этот. Скажи мне, братуха, только другого цвета. Полностью электрический. Вот сейчас на нем тест-драйв бахнем. Скажи мне, что, может, поедем сейчас за Маратом и пельмени поедем? Опять пельмени? Да я шучу, что ты какая-то. Это ж Lexus. Какие пора пельмени? Уже на салаты перейти. Ты тут такой важный расчёлся, Серёжка. Так я Биля такой машины сижу, елки-палки. Как будто бы купляты вырешил. По секрету, у них даже сахар Lexus, елки-палки. Это корпоративный стиль называется. Да? Тут даже запах один и тот же, чтоб ты знал. С кем? С салоном Mazda? Нет, как раз. А у всех одинаковые духи? Нет, Сереж, ты заходишь сюда. Никита пахнет по-другому. Да при чем тут Никита? А ты что ты имеешь в виду? Давай, запах в помещении чувствуешь? Да. Ну вот ты придешь в любой другой салон Lexus в другом городе, он будет одинаковый. Ох, ёшкин кот, ты что? Да. Такая начитанная у меня. Недаром я тебя выбрал. Угу. Угу. Именно поэтому. Пей кофе, сделай кофейную паузу. Там пошли этот, скажи мне. Ну, процедуры проходить правильные, да? Взяли у нас документы, сейчас там что-то родословную подпишут. Ну, шо, как а же ты, я теперь буду 3 дня? Ты попробуешь? Ну, как-то за 3 дня придется, наверное, порулить. Ёлки ты палки. Да научишься. Ты в тот раз тоже не хотела, а потом еле тебя выгнал с машины. У меня уже сердцебиение. Да? Очищается? Активнее, чем обычно. Катя, это эмоции. Да. Вот чтобы у всех такое было, да, чтобы всегда у вас там наш свернулось и развернулось. Сделай паузу, давай кофейка попьем. Тоже с Японии, наверное, по-любому, а? Угу. Органический? Наверное. Ты руль потрогаешь, ты кайфанешь. Какой, тот? Да любой. Ты ничего? Руль? Ты ничего приятнее в руках не трогала. Я тебе говорю, что просто это что-то идеальное. С чего, интересно, макет брали? Что? С меча, с катаны, по-любому. Это же японский стиль. Угу. О, и катана есть. Не, я точно рожден для Лексуса. Да? Катана есть, пару слов по-японски знаю. Ой. Айбуя. Это что-то очень серьезное. Пей кофе лучше. Мовчики. Оператор снимаешь? Да, конечно, снимаю. Для серьезно. Никиты Сана. Никита Сан. У меня вопрос созрел, а где они же дворник забыли поставить, как заднее стекло мыть? Или благодаря этим клыкам его мыть не надо? Вот в том-то все и дело, что благодаря этим клыкам и аэродинамике задней части, если вы посмотрите на RZ и на RX, видите? Да. У RZ заднее окошко пятой двери такое же покатое, вот как стоит седан правее. Угу. Вот. За счет аэродинамики его снимает и не оставляет... Да ты шо? Правильный изгиб, Катюня, и все, да. это экономит. Есть еще один момент. Даже если получилось так, что вы проезжали там какие-то осадки и что-то непонятное на заднем стекле, у вас есть задняя камера, камера заднего хода с омывателем. То есть вы можете ее включить, помыть, сполоснуть. Да, и посмотреть. Не, а у нас я делаю гораздо проще. Я выбегаю,
полирнул и дальше еду, короче, да, потому что надо протирать. Mm-hmm. Вот до чего уровень дошел, ты шо? Уже в Украине, елки-палки. У вас автомобиль, РЗ. Который вы будете тестировать, там тоже, но там вы будете мыть заднее окошко и будет сразу же омываться камера. То есть шикардос. Погоду... Говори, где ставить печать, что подписывать или... Кровью. Кровью? Катюня, отлей. Она у меня все выпила, у меня нету. Все, все у нее, да. Смотри, опять главного представили нам, Шумахера. Здравствуйте, здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Как это... Сенера. Ничего. Так, как это гонщики называются? А, гонщика, короче, нам дали. Сейчас будем с ним гонять тут по Одессе. Ёлки-палки. Драйвер. О, тихо, извините, да. Я гонщик, потому что я гоню, а он драйвер, потому что он... Я когда-то так шутил, но повторюсь. Это как спортлото 88. Ага. Эх ты, Катенька. Поехали. Спасибо огромное. Это будет по-любому все хорошо, так что, да. Мы занимаемся, ждем. Добро. Я к вам? Да ты пока что едешь без руля, ты посмотри, все, он все, что я... хочет подписать. Да посмотри, какая красивая, я же застеснялся, елки-палки, ты что, одна голова торчит. Вот такой красивый монитор я еще не видел. Пустите его, да. Хоть ты. Раздвигай. Когда выходишь, тоже надо ноги мыть? Обалдеть, обалдеть. Все, ты что? Сначала за руля? Конечно же ты. Да я же такой, я могу и сбоку порадоваться, елки-палки, ты знаешь, что... Ох, какой красавец. Слушай, Катюня. Да, я же за ней поухаживаю, она же у меня привыкла, ёшкиный кот. Катенька, салон. Какой рыженький. Шикардос. Прям под твою сумку. Мне нравится. Давай, садись там, упаковывайся, снимай все внимательно мне. Так, тихо, добрый вечер, можно? Да еще день. Да какая разница у меня уже? Ты уже в сутках потерялся, немножко. У меня просто супер радость. Ёлки-палки. Можем моя вот эта вот полежит у тебя, да? Ну, не знаю. Смотри за ней внимательно. Стой, надо же пристегнуться. Я бы такой, что... Я ж разделся бы здесь. Тут же говорят... Можем подождать. Правильно, подождите. Тут же Никита сказал, тут консьерж красный. Ты что, выходишь? Какой-то. Прям, не, ну если честно, то мне аж сильно волнительно. Я и в том волновался сидеть, и здесь у меня шикарные эмоции посещают меня. Не, место, конечно, аж бегом. Я тебе говорил, надо было с собой чайник брать. Понимаешь? Всегда с горячим чаем. В нашем случае, Сереженька, кофеварку. Так, немножко отъеду. Все, еще раз добрый вечер. Ребята. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Так. Что, будем так ехать или посмотрим небо? Конечно, небо. Ты нас удивляй по полной, потому что это не для нас, мы уже здесь. Для всех людей всего мира, елки-палки, чтобы знали и видели, что Lexus таки радость. Шикардос. Кнопка передачи, таким выжимаем тормоз. Да. Нажимаем. А, нажал и провернул? Совершенно верно. Ты что, проще, чем бутылку открыть? Просто такая вот пробочка, да? Да, да, любовь моя, в твоем случае пробочка. Это вот... Вперед-назад, да? И вот все. Этим вот этой крутилочкой. Так смотри, мы сверху едем, елки-палки. Илон Маск, ну отстал, ты что? Следить за нами. Обалдеть! Ты что, ребята? Тут гробовая тишина. Слышишь, как работает двигатель? Я не знаю, куда смотреть, Сережа. А его тут нет, просто крутятся колеса. Ты можешь даже на дорогу не смотреть, мы все время, смотри, едем. Ёшкин кот. Скажи мне, а можно этого консьержа попросить меня чуть-чуть перестать в попу греть? Да? Можно здесь. Вот это нажать? Да. Консьерж, извините. Еще раз. Да все? Выключить можно полностью, если хотите. А, спасибо, консьерж. Я с теплой уже пришел. Обалдеть. Смотри, сама включилась карта. Ты шо? Кать, загадывай желание, ну его в баню. Опять? Да первый раз сидим в такой машине. В электрической? Да. Фонари? Это ж полная электричка. Знаки. Блин, я у Никиты забыл спросить, когда? Вот японцы молодцы большие, тут бесспорно. А чё же они автобус не придумают? Есть. Есть Lexus автобус? Ну, май же. А, дождёмся? Это, наверное, я не пристегнута, и он возмущается, да? Совершенно правильно. Конечно, это умная машина, Катенька. А ну подержи, надо снимать там. Вы со своим манером... Можно, секундочку, буквально, мы сейчас остановимся. И можно будет. Давай.
Не, я уже смотрим почти на что дорогу. Готова. Меня больше здесь интересует. Тут, конечно, солнце, все полная красота. Как это? Ты готова? Ты можешь на этом оттянуться на ремне чуть-чуть, просто сесть так, как тебе надо. Сереженька, я нормально сижу. Ты, главное, сиди спокойно. А то ты ерзаешь, как будто бы ты... Ты видишь, Катюша? Что мне Она смотреть? Все делает за тебя. Что делает? Ну, машина. Вот мы подъехали, карта выключилась, все, он показывает, что я происходит. Задняя. Слушай, ну как же он это сверху делает? Обалдеть. 360, понатыкали камеру. Невидимый я. Это какой-то код, 100% какой-то дрончик висит и все время, как это, ангел-хранитель, и наблюдает за тобой. Катюша. Что, Сережа? Да не штука, я просто порадуйся со мной. Что, Сережа, заклинило? Я сам, кроме Катюши, я сам, кроме Катюши, сказать ничего не могу, потому что я не знаю, сколько надо дней ходить, привыкать вот так, чтобы потом себя нормальным человеком сделай, чувствовать. Сделай, у меня вот тоже что-то температуру поменьше, там, пока сидишь, болтаешь, ничего не делаешь. Ой. Ох, елки-палки! Ты что? Обалдеть! Обалдеть! Вот это он втапливает! Это же вообще первый раз в жизни я сижу в электричке, у меня до этого еще не было. Ну, я один раз сидел сбоку в Тесле, но не поехали. А тут, чтобы сидеть еще и поехать... Ты что, а даст Бог, еще и вернемся? Вообще будет нормально? Серега, что ты такое говоришь, глупо? Да я любя, все нормально. Вот чудо какое, прямо шуршит по дороге. И не воняет. Катенька. Ну что? Ты с чем, с нашей сравниваешь? Да. А что? Ну, чтобы не воняло, мыться надо, а у нас это редко получается. Сережа, ну тебе не стыдно такое говорить, а? Я про Lexus говорю, что мы его часто моем. У нас же дети, елки-палки. Мы как одного отдадим, так двое остались. Двоих отдадим, так одна на груди. И как еще и мыть? А теперь иногда еще и троих отдаем, да? Вот ж, дожились. Ты что? Смотри, по снегу, это же совсем другой... Ну, цимис прямо, а? О, кто-то звонит. Это не нам, это Шумахеру. Видишь, как все происходит? Чпунь. Все нормально, так бывает, да. Слышишь, ну как она сама паркуется, вот это, конечно. Смотри. Хлобысь. О, все, выиграл 4 эти. 4 шашечки, припарковался, да, правильно. Да. И кнопочку P нажимаем. Паркинг. И все, и мы тормознули, да? Все. Ручник. Уже готово. Ёшкин ты кот. Извините. Элементарно. За что? Снимай, все нормально, мы же для людей. Что? Меняемся? Ё-моё. Катя. Может, не надо? Сними новый кадр, да я проветрю ощущения тут. Просто класс. А что не надо? Я аккуратненько. Ах ты, Lexus. Ах ты, чудо-юдо. Ты помнишь, как пробочку крутить? Да, я только еще настолько нежно все это делаю, что двери боишься не с первого раза закрываю, да. Так, куда, слушай, можно какой? Подключить ваш номер, ваш телефон? Телефон? И... Да. Да, я не надо, я как это? Сейчас я, мне сейчас не до этого, пусть звонят, потом перезвоню. Беспроводной так. CarPlay, здесь беспроводная зарядка. Сразу телефон положил, заряжается. Тут я вообще молчу, какой-то холодильник или прямо что-то. Слушай, а, вот еще. Кстати, блин, а меня аж пересушило, точно надо бахнуть. Ребята, ваше здоровье, как сказал бы Марат. Это у Сережки там засохло все. Он разнервничался. Да. Водичка здесь есть. 23,5 нормально, можем сделать меньше. Давайте меньше. Это сантиметр? Нормально, да. Это нормально. Спасибо. А, слышишь, он автоматом срисовывает, да, когда садишься за руль? А ты прекрасный консьерж, елки-палки, от него не спрячешься. Так, дрын-дын-дын-дын-дын-дын. Катюня, готова? Да, готова я. Сейчас, я смотри. Нажал. Вам удобно? Можно. Вообще very good. Все. Кать, еще никогда так просто не было. А джойстик этот зачем? Или это просто так для красоты? Тебе же сказали, вперед-назад. Нажал. Это назад. Все, это задний ход. А я вот не понимаю, что это. Хорошо. А где ты видишь, что вперед? А теперь, даже если ты уже на драйве, ты просто нажимаешь паркинг, и, соответственно, да? Ну, он стал и наручник. Все, легкий такой себе именно такой. Подожди, чтобы сдать назад, что надо сделать? Надо нажать вот так вот. Ага. И включить вот сюда. R.
Ну, так как мы, ребята, нормально едем вперед, мы поедем вперед. А, один маленький раз нажал R, мой, другой раз нажал... Маленький мой, елки-палки, поехали. Боже, боже мой, Сереженька. Ты же у нас дома телевизор так красиво не показывает. Ай-яй-яй. Все остальное интуитивно понятно, да? Поворотник сюда, клац-клац. Посмотрел, как там учили. Пропустил справа, пропустил слева. И понеслась. Что-то он тебе говорит. Он показывает, что спереди машина едет. Он свистит, что да, впереди машина. Перевірте оточення на предмет безпеки. Так и есть. Все, он сейчас пропускает мадам. Так он еще видит, что мадам за рулем сидит, понимаешь? Так ему говорит, пропустите ее. Да. Вот уважаемая автомобиль. Слышишь? Слава богу, он в пробку попали. Почему слава богу? Ну потому что из него не хочется так быстро выходить. Мы же сейчас покатаемся, и надо будет выйти. А так сидишь себе и в радость. Ты понимаешь? Не, ну вот это вот сверху вообще, конечно. Это космос. К такому привыкнуть надо. Сейчас полностью вниз. И на Балковской даже. И на Балковской погнали, а там на светофоре налево и опять домой. Короче, тут как... Что? По-другому немножечко. Поедем на Грушевского, потом повернем на... А, парковую? Еще подольше. Хорошо. Давай. Давай поедем по-твоему. По большому кругу. По стандартному кругу, но мы специально едем по улице Парковой, потому что там дорога максимально неровная, для того, чтобы мы ощутили максимальную комфортность автомобиля. Всю прелесть, да. Конечно. То, ради чего вообще создавался этот шедевр. Совершенно. Хотя у них что не автомобиль, то шедевр. Это эх ты. Я не знаю, вот если бы я работал в салоне, ну, с моими эмоциями, я бы просто людям говорил, ребята, оно вам таки надо. Все. Что тут еще можно сказать, если... Сережа, не надо гонять. Катя. Все в рамках правил. Держи, оно же еще не бибикает, я же ничего не нарушаю. Все в руках. Слушай, как приятно смотреть вот туда на дорогу и видеть сразу свой дисплей 41 километр из 50 положенных. А где ты там? Так, видишь? Здесь направо. Ты вот видишь вот это зелененькое, то, что мы видим? Нет, я вижу просто проекцию на лобовом стекле. Такое ты ощущение, видишь, да? Кать, да. Ты а если подумаешь, что я как это, не в себе, нет. Все нормально. Так же направо. Сразу же туда уходим? Да, да, да. И тебе это не мешает? Погнали. Оно не мешает, оно, наоборот, облегчает. Это типа разметки такой, да? Это оно переносит дисплей твой, ага. Куда тебе надо опускать глаза и убирать их с дороги. Угу. Слушай, а прям... тебе ничего не надо, ты просто как смотрел на дорогу вперед, ты смотришь и ты видишь свою скорость. Прямо психологи работали какие-то. Очень много причем работало психологов. Да? Да. Совершенно верно. Молодой человек, проходите. Слышь, ну дай-ка я побалуюсь. Ай-яй-яй. Слышь, у них даже дворники, друзья. Не скрипит, Сереж. Дворники? Да. Такатенько. Возвращаясь к психологам, здесь и урологи работали, помимо психологов. Оно тут все такое слюнявенькое, сразу чистенькое и насухо, ты понимаешь? Все, полный порядок. Ай-яй-яй. Сережа, зачем ты так делаешь? Меня вжало в сиденье. Да успокойся ты, слушай. Да мне же хочется попробовать, это ж первый раз. Ёшкин ты кот. Просто этот, как это, педаль акселератора, правильно я говорю? Здесь не акселератор, здесь просто педаль. Ёшкин ты кот. Чуть-чуть нажал. Это было чуть-чуть, Катенька. Я себя нажал по-настоящему, мы бы тебя потеряли. Есть такая вероятность. Ага. Здесь направо? Здесь направо совершенно. О, а там я помню, там именно бездорожье, это то, куда нам надо. Шикардос. Ребята, и шо оно вам, а? Вот бы на привоз в таком бы закатить. Завтра на другом закатишь. Баба Катю, карася. Прокатить, да? Да. И туда, к нам, на Дунай. На берег Дуная, так клипование говорят, Дунай. А у меня вот все время чесалось, думаю, ну елки-палки, ну Volkswagen, Mercedes, там все автобусы эти понаделали себе красивые, а Lexus, думаю, чего? А он же ж такой, он же подождет, он посмотрит. Так сейчас что ли уже готовят? И сделает лучше всех. Да, это корпоративная есть. Тайна, подожди ты. Как приедет автобус, мы опять приедем на обзор. Сережа. Катюша, ты посмотри, тут страшное бездорожье, елки-палки. Тут не каждый вообще автомобиль сюда рискнет выехать. А мы топим, смотри, еле-еле вот такая вибрация в теле. Мягенько, легенько, приятно. Тормоза космос. Чуть-чуть. Я даже не знаю, на что приятнее давить, на газ или на тормоз. А можно кайфануть, как это, с двух рук и на две педали сразу нажать?
хорошо. Заблокируешь машину. Ёлки-палки. Случилось и у Лексуса. И что, люди много приходят и многие хотят? Да. Да? Молодцы большие. Да слушай, уже куда ни глянь, я уже не знаю, уже из 10, наверное, 2-3 автомобиля точно уже электрички. Так, здесь сейчас будут такие вот бугры, насколько вы помните. Угу. Просто, чтобы для вас они не были. Опа-да. Да я наоборот хочу, максимально, чтобы это было. Говорим да. о том, чтобы просто, чтобы не были ниже. Просто. А здесь на Мугловского? Это направо. Да. Все. Я же такой могу и по рельсам поехать. Ну, можете. Слышишь? Можете попробовать. Катюша, а. Знаешь, что я это сейчас думаю? Что, Сереженька? Что вот я вот такой вот тракторист, угу. сижу сейчас в последнем Вася Лексусе и еду, и оно ничего не пердит, соляркой не воняет, елки-палки, и просто балдеешь, как не в себя, обалдеть. Ребята, пусть ваши все мечты сбываются, желания, не знаю, что у вас там есть, вот чтоб все было хорошо. Совершенно надеемся, не в последнем. Не. Ты что, дальше больше. Пусть они их только выпускают, там, как это, а мы у вас там жить будем все время снимать. Обзорчики про эту прелесть. Да ты что, 400 километров. Сел, поехал, елки-палки. Там где-то на трассе у Поплавского чебурек влупил и дальше поехал. И все. И перекусил, и до Киева хватило. Катюня, я не знаю, за что ты переживаешь. Эта машина рождена для того, чтобы... Как это? Ну, любой, у кого там джим-джим слабенький, укрепляла стеночки. Ну, чтобы ты была уверена в этом всем. Она сама за тебя едет. Он где надо подруливает, где надо, не знаю, там поможет притормозить. Просто чудо, не машина. А мозги какие. Не, я бы с такой бы жил. Ну, если бы я Катюню не знал. Она же еще и молчит. Ну, иногда там посвистывает что-то там. Слушай, а что я, как этот ёшкин кот, верблюд, голову туда поворачиваю? Я же вижу все, вот, куда мне надо. Смотри, понял? Я так чисто себя перепроверил. Все видно, просто все. Класс, еще немножечко. Господа урологи, да, помогаем. Не, Никита рассказывал, у них только дворники чего стоят. Сказать, что они идеальные, нет, они какие-то колоссальные. Помнишь, он рассказывал, что там чуть ли не 80 писюнов на каждый дворник идет? Мельчайших таких себе. Я тебя что, в театр мускомедии везу, что ты смеешься? Серьезный разговор у меня тут. Мне плакать, Сереженька? Просто серьезный разговор у меня тут. За дворники. А может побибикать? Ребята, успокойтесь, это я. Всем таки здрасте. Ты сейчас будешь налево поворачивать? Не, хочу прямо ехать. Это что-то благородное у меня под ногами, елки-палки. А в руках? То же самое. А под ну, вот все, вот я, короче, я сейчас именно сижу в чем-то благородном, по-другому не скажешь. Как он тебе это же сказали, все? Это философия, Сереженька. Точно. Амбассадор. Что это? С японского философ? Да, это я. Приятно познакомиться. А ты кто тогда получается, если я амбассадор ты? Дульсинея это табоская? Ой, Сидора Дункан, моя любовь, хулиганка, ой, Сидора Дункан. Слушай, ну это же, блин, хочется что-то сюда. Ну смотрю, туда я же немножечко преувеличиваю скорость, надо же ехать в рамках. А так и хочется навалить, так и хочется навалить. Ой. Как там, зашел, купил и вали по полной, елки-палки. Ты шо? Смотри туда, вперед, что ты заглядываешь. Я думаю, что ты ко мне этот, и пристаешь. И мне видно тебя. Слава богу. Нифига себе, такой знатный тракторист на Лексусе ездит. Так ко мне сейчас любая имеет виды. Ты думаешь? Да ты что? Хочешь сейчас там, ну давай сейчас где-нибудь. Только ты спрячься, я сейчас тормозну, открою дверь и посигналю кому-нибудь. Я думаю, что сейчас люди начнут с балкона вываливаться. А, жди, я выхожу. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Да, конечно же, Катюшечка. Такое у меня игривое состояние.
потому что здесь по-другому не бывает. Все, бросаю карасей в эти... В драйверы пойду. В напарники, где я пойду. Буду людей вот это вот... По Одессе катать, счастье дарить. Ёлки-палки, панорамная крыша. Я раньше такое только по телевизору видел. И то, если свет не выключали. Это чтоб солнце не светило. Угу. Просто класс. Раз и все. А, все, да? И пожалуйста. Ты все, Илон Маск, вот тебе доля, да, извини. Не сегодня. Можно еще раз, так, чтобы видно было. Добрый вечер, да. Чайки летают, посмотри, ёлки-палки. Эх ты. Одесса, мама. Стонет волна штормовая. Поехали. Даль не дали меня. Так не ревнует, дорогая, к Черному морю меня. Дорог мне Кубрик матросский. Прям родео какое-то. Эх ты. Южное наше бытье. А мне цвет салона нравится. Черное море мое. Черное море мое. Ай, брат. Я же тебе рассказывал, Катюша, что несмотря на то, что я учился хуже всех, но на права я сдал лучше всех. Самый первый. Я зашел и вышел, потому что я все знал. А как ты учил? Правила. Памятью. Памятью? Мне учительница всегда говорила: Сережа, у тебя хорошая светлая голова, но ты... Лентяй. Да. Это я знаю. Зато я бегал хорошо. По физкультуре у меня было very good. Обалдеть, опять вернулись. Как будто бы никуда не уезжали. Прямо машина времени. Ты припаркуешься? Уважаемый драйвер, я вас прямо ко двору. Ой, благодарность вам великая. Все. Можно... Аж да. Прямо туда ехать? Ой, да. Да ты что? Вот с собой место, которое вам нравится, можно снимать. Поближе к своему грязненькому, Сереженька. Да там же мужчина убирает. Так, колесико нажал, колесико провернул. Задним ходом поехал. В габариты впишешься? Катюша, а мне даже не надо переживать. Ты думаешь? Она бибикнет, когда тебе надо? Да ты посмотри сюда, ты же видишь, где я нахожусь. Она тебе и бибикает. Вот, она показывает, что еще немножечко. И достаточно, Сережа. И препятствия. Все. Извините. Перевірте оточення, тобі пишуть. А, это я с той стороны. Ладно, как это? И так сойдет, правильно? Все. Функция автоматического вымыкания всех дверцят у разе змины положения водителя разблокована. Так, я педаль. Вот я так трепетно убираю ногу с педали, а он стоит. А, сразу могу? Конечно. Ой, ты куда-то поехал назад, Сережечка. Катя, мне ноги при... назад это в будущее, елки-палки. Главное, или как там, назад в прошлое. Все, покаталась? Хватит, пошли. Мадам? Да я фильмоскоп говорю, дай, чтобы не уронила его. Ах ты. Оператор? А. Ну как оно тебе? Прекрасно, Сережа, прокатил. А, тобой пахнет. Ты посмотри, как я только что наваливал по Одессе. Ёлки-палки. Прямо шикардос. Вот же придумали. Нет, так эта птичка, на счастье, догнала меня, понимаешь? Угу. Вот та чайка, что мы видели. Сайонара, Буэнос-Айрес. Эх ты, айбуя. Короче, до скорых встреч. Друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Ох ты, побывал в своей мечте. Угу. Прямо с ногами нырнул туда. Угу. И было мне таки приятно. Что хочу сказать? Если я раньше говорил, чтобы в каждом холодильнике вот то было, что мы готовим. Там чебуреки туда-сюда. Ага, пусть у вас будут и лексусы вот такие, и никогда не заканчиваются. Меня переполняют эмоции. Может, ты хоть что-нибудь подменишь меня когда-нибудь? Ну, скажи что-то умное. Зачем, Сережа? Я слушаю с удовольствием. Ты думаешь, это удовольствие? Ну, мне приятно. Удовольствие то, что говоришь. Сейчас у меня происходит, я даже не могу. Ну, так слов я не хочу подавать, насколько тебя мне даже. Приятно. Лексус, большое спасибо за ваш сервис, за то, что вы есть в Одессе. Эх ты, и в Днепре ребята такие молодцы. Эх ты, лучший автомобиль. А я уже жду с нетерпением. Как это, одна мечта сбылась у меня? В электричке посидеть. Теперь автобус. Ты представляешь, какой они сделают? Ты что, Мерседес, Фольксваген. Бросят сразу курить, короче, и начнут что-то новое делать. Потому что им так не надо будет тягаться. Автобус. Катюня. Я слышу, Сережа. Это автобус. Он просто мечтает очень, да. Вот о таком семейном автомобиле. А что семья здорова, елки-палки? Вечно а что собаки нервничает? Там пойдут?
Собаки там пойдут, коты, конечно, да? Где-то же надо это все дело возить. Не в троллейбусе же. Так что, друзья, от всей души с хорошим настроением для вас оставить сейчас наш автомобиль на диагностику, правильно говорят? Да. И поедет дальше что-то для вас снимать, для детских либо вам. Всех люблю. Всем пока-пока. Чао.